праздником Светлой Пасхи. 1 апреля, воскресенье, Армянская апостольская церковь и армяне по всему миру отмечают воскресение Христово или Пасху, Сурбзатык. В храмах звучат древние духовные стихии шараканы, а в домах верующих накрыты традиционные пасхальные столы. Пасха – самый важный христианский праздник, потому что именно благодаря воскресению Христа человечество получило надежду на спасение. Его недаром называют светлым праздником, потому что Пасха – это также праздник весны, пробуждения и любви. Коллектив кинокомпании «Хайк» поздравляет всех соотечественников с этим замечательным праздником. Христос Харьяв Умерелоц. Христос воскрес из мертвых. В Ереване открылась международная выставка вооружений «Arm High Tech 2018». Свою продукцию на выставке, которая проходит в выставочном центре Ереван Экспо с 29 по 31 марта, продемонстрировали более 34 армянских компаний и 60 представителей из России, Польши, Болгарии, Бельгии, Германии и США. Российские компании представляют 591 экспонат продукции военного назначения. Arm High Tech 2018 нацелена на создание эффективной платформы для диалога между военными, научными и предпринимательскими кругами стран-участниц выставки. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Министерства обороны Армении, заместитель министра обороны Давид Пахчинян накануне заявил, что в рамках выставки также пройдет закрытый показ последних армянских военных разработок. Франция предоставит Армении грант в 10 миллионов евро на реализацию сельскохозяйственных программ в Араратской и Армавирской областях. Средства будут направлены на внедрение систем капельного орошения и противоградных установок, разбивки интенсивных садов, переработки плодовых культур и консолидации земель. В рамках программы предусмотрено укрупнение ряда общин Араратской области, находящихся по соседству со строящим Севединским водохранилищем, где планируется внедрить систему капельного орошения. Посол Франции в Армении Джонатан Лакот отметил, что реализация подобных проектов еще более укрепит связи между государствами и станет площадкой для обмена опытом между представителями различных сфер. Китайская компания инвестирует в сферу производства воды в Армении. Внешний торговый оборот между Арменией и Китаем в прошлом году вырос до 604,5 миллионов долларов, то есть на 33%. Одной из важных составляющих экспорта являются армянские минеральные воды, которые высоко оценивает китайский потребитель. Инвесторы подчеркнули, что армянские минеральные воды очень высококачественны, что и вселяет уверенность, что их продукция будет пользоваться успехом. Около 400 IT-компаний открылось в Армении после внедрения налоговых льгот. Система предоставления налоговых льгот действует с 2015 года. Эта программа освобождает IT-компании от выплат налога на прибыль, а также снижает подоходный налог до 10%. В 2017 году было создано порядка 100 новых подобных компаний, а после внедрения системы – почти 400. В Армении будет создано предприятие совместно с Ярославским радиозаводом. Ярославский завод, входящий в концерн РТИ, завершил реализацию первого большого контракта с Министерством обороны Республики Армении. Выполнен договор на поставку зарубежному заказчику крупной партии радиостанций для пехотных войск общей стоимостью 200 миллионов рублей. В настоящее время идут переговоры по организации совместного предприятия по эксплуатации и ремонту оборудования. Анимационный ролик из Украины о геноциде армян признан лучшим на международном фестивале в Индии. Ролик Союза армян Украины, приуроченный ко дню памяти геноцида армян под названием «Спасибо за шанс расцвести вновь», занял первое место на международном фестивале, который проходил 24-25 марта в индийском городе Пуна. В пресс-службе Союза армян Украины сообщили, что в мае работа авторов ленты Андроника Берберяна и Андрея Ледоковского будет показана на 71-м Каннском кинофестивале в рамках внеконкурсной программы, а также будет представлена в украинском павильоне Каннского кинорынка «Маршеду Фил». Названы лауреаты ежегодной армянской театральной премии «Артаваст». Церемония вручения ежегодной театральной премии «Артаваст» за 2017 год состоялась в Национальном академическом театре имени Сундукяна в Ереване. Лучшим молодежным спектаклем был признан Ромео и Джульетта в постановке Лусине Янджакян. Лучшим молодым актером стал Нарек Багдасарян за главную роль спектакля «Гамлет машин», а лучшей молодой актрисой года – Джема Агамян за главную роль спектакля «Глаза голубой собаки». Вручение ежегодной театральной премии «Артаваст» состоялось в Международный день театра.